Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, страница 40, упражнение номер 85. Рассмотрите в картинной галерее учебника репродукцию картины Рериха «Заморские гости». Она была написана в 1899 году. Сейчас она находится в Государственной Третьяковской галерее. Почему картина так названа? На картине, которую мы видим, изображено прибытие из дальних стран на Древнюю Русь заморских гостей. Картина переносит нас вглубь веков. Длинным рядом плывут расписные ладьи, груженные товаром. Гордо вздымаются на носах кораблей узорчатые головы грифонов-драконов. Борта украшены разноцветными щитами. Алые паруса пылают на фоне небесной лазури. На корме варяги в шлемах. Как вы думаете, куда направляются заморские гости? Наверняка заморские гости отправляются на Русь для продажи каких-то товаров. Смотритесь в пейзаж северной природы. Какими вы видите воду, волны, стайку чаек, холмы, курганы, стены далекого града, синего небес? Чувствуется ли на картине радостное сияние утреннего солнца? Чем вас привлекла эта картина? Подготовьтесь поделиться своими впечатлениями о картине. Легко крепкие ладьи рассекают незнакомые воды. Гости внимательно вглядываются в чужие берега. Художник четко приписал малейшие детали украшений чужеземных кораблей. От щитов на корме до узорной резьбы, которой венчает голова дракона. Сквозь прозрачную воду видны камни на дне. Все спокойно в чужедальней стране. Вода не волнуется, по ней лишь прибегает рябь от кораблей. Вода такая синяя, как будто небесная синь смешалась с ней. Стая чаек мирно сидела на водной глади. Но странные чужие корабли спугнули птиц, и теперь они с криками носятся вокруг ладьи, любопытствуя, кого это занес попутный ветер. А на берегу не видно ни одного человека. Вдали виднеется поселение славян. Но их не тревожит появление заморских гостей. Воинственные славянские племена привыкли силой отстаивать свою правоту и независимость. Поэтому и плывут гости к славянским берегам заключить мир, прекратить вражду. Картина поражает зрителя яркостью красок, какой-то светлой чистотой. Как можно сражаться среди этого синего великолепия, уходящего далеко-далеко до самого горизонта? Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.